Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА сериала в Sid Meier's Civilization 6 за Скифию на архипелагах. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Я, конечно, слышал о нем, но он такой офигенный. Да, у Шумера? Да. Да. Причем это у столицы. У столицы? Не, ну, на самом деле, на старте я бы его поменял почти на любое другое чудо. Сейчас-то он офигенный. На Белые скалы Дувра, наверное. Да и черт его знает. Ну, реально, там одна еда была, а у меня два люкса уникальных. Какому дьяволу ты там этот продал душу? То есть оно выглядело круто, а два люкса как бы круто не выглядели. Пофиг, по-моему, да, эти два люкса. В чем? Да, эти два люкса пофиг. Ну, фиг знает. Ну, как бы... Денег под холмами. Я получил 10 жителей и минус 4 счастья. Вот такое. Торговался бы хотя. Ну, я торговал, естественно. Только чем? У меня был... Ну, черепахи есть у всех, у меня два благовонца, я могу поменять, всего три ресурса получается. А потом они вдвоем напали на меня, как бы, и там минус 7 стал. Вдвоем, а кто второй? Да был тут один провокатор. Блин, где мне три очка эпохи найти? Что там у нас сейчас? Какие юниты я могу сделать? Мечников строил? Да, мечники есть. Мушкетеры дают? Дают очки эпохи? Это же все... Это селитра. Ну. То есть, если у тебя не было юнита с селитрой, то должен дать. Нет, не было. По-моему, не дают. Проверь. По-моему, просто каждый... Ну, то есть, я знаю, что броненосец дает, а это юнит с углем, да? То о, есть... броненосец. Так я же в броненосцах. О, я броненосец сделаю. Точнее, апну. Я уже в другой эпохе. Ты вон Маша за науки там электричество найти. Не, я в электричество уже не успею. Править. Не, править другое нельзя, да. Нельзя, что. Так, килово кисевание должно быть и. Ты же килку построил, успел. А, ты не построил. Что успел? Да, я думал, ты килву построил. Килва будет следующим ходом, так что мне и с ней не хватает. А что там по учёному? Ну, типа, великим людям. Я не возьму. Ну, блин, они одну очко дают. То... Если купишь, то тебе дадут три. Если куплю, то три? Что это за читы, да, опять? Это не 4, это когда ты покупаешь за веру и не за золото тебе вот, первый раз. Ну ладно, как вариант тогда. Будем я иметь в виду. Я сначала об этом, но это дают. У тебя вон флотоводец скоро будет. Я бы мог тебе это.
дать. Пошли. По правилам нельзя. Пошли в исследовательский грант. Проект там захерач быстро. Ну, сделай. Два хода есть. Камень вот срубишь, и будет проект. И дальше за золото. Немец, ты театралки строишь? Ну, вообще нет. Ой, не немец, извините, шотландец. Как бы шотландец, ты наша единственная надежда в плане защиты. Ну, то есть... Понятно, что надо нападать на... Блин, 4 очка. Да уже поздно, на самом деле. Сейчас прощелкаем просто ходов. Мы можем продлить союз, только теперь сменить тип. Так, мне 2 очка требуются, блин. Это то же самое для культуры. Для культуры на победу. 1 очко. Слушайте, а за смену сюзерена еще дают, да, очки эпохи? Если я вот сейчас, наверное, Стокгольм перекуплю, у... Не должны. Почему? Там же дают только за... За первого, и когда ты там борешься, если я перекуплю, ты еще раз закинешь туда. Ну, я, попробуй, я первый раз. Первый раз перекупаю. Попробуй. Нет, не дали. Вот-вот. И опять не дали. Тогда странно. А где карточка на новое время? По этим. По рис. Для морских яиц. Далеко. Нет. Ты захватывал города. Они не фрегатами, что ли, не с моря? Я. Да, ты просто подошел с другой стороны. Ну хотя тебе недалеко, на самом деле. А где она? Ну, в холодной, в холодной войне. И хера ж тебе недалеко. Да это пульсор нормально. И хотя игра раньше кончится, я думаю. Ой, блин. Ой, блин. Я дебил, я сейчас игру проиграл. Никто не спит, тебя убить уже, успокойся. Люди там убивают этого, блин, бедного. Как он? Да, мы вместо того, чтобы... Ой, грек приплыл-то, весь флот привел, а? Куда, к Хмеру? А вы только три корабля? Ворваться. Нет, не три, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Грек, ты если будешь нападать на Анкарват, эти сразу войну объявляют, сам понимаешь. Вы шутите, блядь. Да ты что? А мне можно нападать на Ангарват? Ну, немец хотя бы тут недалеко. Ну, вообще, Ангарват я хочу себе забрать. Почему? Я не могу. Не, ну это жирным было. Три города, которые были там по 10, по 8 населения. 4 даже. Seven Brothers еще. А, или это... Это мой разный город. А, все, извиняюсь. Все очень жирно. Я с Кхмером всю игру контачу. Спас его от захвата Конга, а вы тут при чем? Все видели, что Хмер — это легкая добыча. Просто, ну... А никто не хочет все-таки сместиться там куда-нибудь от Хмера к более значимым, нет, местам? Она тут по пути, в принципе, нет? Или ты не видишь карту? Ну, я плохо вижу, не знаю. Кхмер заход падает, и дальше Конго. То есть я не думаю, что им это как-то помешает напасть на Конго заодно. Ну ладно. Ладно, куплю я этого флотоводца, чтобы действительно... Ну, у нас как бы времени реально ход до 110. Ну, плюс-минус 105 ходов. Да, ребят, там... Там, где центр коммерции стоит. А, нет, стоп, там, где промзона стоит, справа от Гала. На клетку левее, что ли? Не, на клетку левее выше.
под углем. А где там видел каперы? А, каперы я уже вышел. Давайте тогда сменим на строительство. На строительство морских юнитов и каперы будем фигачить. Так, тут конюшня оружейная. Здесь каперы начинаем делать. Ну, я героически выхожу, я молодец. Кстати, а те, кто хотят анкорват захватывать, вас не смущает, что он у вас, они у вас будут отваливаться по лояльности постоянно, нет? Я не собираюсь его захватить. Ну, мы что-нибудь придумаем. Или оставить это? Не, я бы его уничтожил. Или оставить? Ну что, нам ну продолжать нету района. Клепать фрегаты и пилить Конго? Ну, просто конечно. Давайте придем к какому-то консенсусу. Просто я один это делать не буду, а вот втроем давайте. Я точно буду. Но я вам прямо скажу, что у меня заканчивается союз с ним не скоро. Вот в этом проблема. Через 9 ходов. У меня, наверное, тоже еще проверю. Там, ребят, фрегаты там это. Им будет очень плохо. Да, там надо пилить каперы. И в подлодки выходить. Ну, фрегаты условно, я имел в виду морские юниты, конечно. А что там, он уже настроил что-то? Конго, конечно, настроил. Ну, мне кажется, там не так много юнитов. Там, когда в культурный побед такой ранее идешь, некогда юниты строить. Так что... Ну, с учетом того, что они все в корпусах, то да. Наверное, надо очистить вот эти джунгли. О, Ереван я хотел забрать, вот. Ереван можно. Покачаемся еще на юнитах, тем более. Сейчас этот, кстати, город отвалится, его еще заберем. Шотландец, а у тебя осталась-то армада? Подожди, где ты под ты вот на месте это мастер? Да, да, ну на месте. Ну вот на той клетке ты стоишь, короче. Вот. Только почему ты поставил туда? Туда, да, понятно почему. А культурные города-государства есть на карте? Ахенджадара. А там... Где? Где? Да, есть. Даже не одно. А, одно? Одно, да? Не, Вильнюс забрал же. Да, да, Вильнюс, все. Где это все? Да, есть еще Махенджадара. Верфь. Так, тут у нас производство. Плюс 6 от верфи. Нормально? Нормально.
Промышленную зону, где нам бахнуть. О, вот здесь. Сейчас. Конечно, тут еще было бы неплохо. Тут будет плюс 2. Или оставить эти. Тут вот можно будет еще сделать. Вот здесь, наверное, надо будет. Из-за того, что пережил кризис, опять не вышел в темный век. Сейчас я захвачу вот эту всю территорию Конго. Специально этого инженера там активировал. Не, ну пока вообще, пока города Конго и фрегатами берутся. Ну да, там есть города, где стен нет. Они вообще должны не сложно браться, но там просто есть флот, я думаю, рядом. Так, немец, грек, шотландец. Через сколько у вас союзы заканчиваются с Конго конкретно? О, не отвалилось. Здорово. Шесть ходов. Грек, шотландец. 8 ходов. Не лопнешь сейчас от такого количества людей подряд. На кого ты смотришь? Ну как ты думаешь? У меня их много. Это такая конкретного человека, скажи. Так у тебя они там появляются. Нет, я имею в виду писать, и там так было. Героическая эпоха, отлично. Так, а что тут новое? Подводные лодки там у Конго уже. Да это было понятно. Что у меня тут новое появилось? Куда я тут вышел? Или я что-то захватил? Хватит меня бить. А, 4 золота? Нет. Любые курсы. 2 штуки, ну да. Блин. Скидка улучшения юнитов нафиг надо. Промышленной зоны гавани. Ну, кампуса можем поставить. Слушай, у меня 251 науки.
Не важно, что у него наука, у него важен туризм и культура. Стокгольм можно, кстати, захватить, пока. Пока не можете союз. Но это слишком подло. Почему? Типа, мой сюзерен, я не могу вам объявить войну. Ну, ты в курсе, что это механика игры? Да ты хочешь сказать, что это как-то абуз какой-то? Механика игры, да. Но подло, да? Да, подло. Я ж сейчас так и сказал, вроде нет. Так я с иронией, подло, типа. Ну вот, не проплыть. Так, потихоньку начну электричество открывать. Но надо подержать, пока капера... каперов побольше не станет. Грей, а у тебя когда союз закончится с Конго? У меня нет союза с Конго. Так чего ж ты ждешь? Кто? Грей. Отсиживается. Ну, я же говорил, что мне нечего нападать просто. Если вы на море воевали, то мы воевали на суше. Между прочим, каждый воевал. Возможно, я чего-то не знаю, но у меня фрегат стоит во фрегате. Когда-то не появляется. Нет. Я всплыл только что фрегатом во фрегат. Да бывает такое тоже. Слушай, я принял вроде продлить союз с тобой, Грей, но почему-то нету. Ну ладно. Я тоже это видел. Странно. Видимо, потому что он ты прошлым ходом, наверное, кинул, он закончился, а я только этим ходом принял, я понял. А, ну да, как вариант. От войны нету недовольства.
Что-то, мне кажется, нам нужно что-то более прагматичное в текущей ситуации. А, ну да. Ну, просто, может, денег нужны. Да, я тебе буду объявлять формальную войну, чтобы ускорить национализм. Только от этого он не ускорится. А так, ладно. Почему он не ускорится? Ну, официальная война не ускорится. Формальную? Почему официальную? А, формальную, ну, послушайте, значит. У меня будет война Золотого века. А она, кстати, ускоряет, нет? Мне интересно. Ну, это по-моему формальная. Это формальная война. Я должен обвинить, интересно. А потом. Ну ты на следующий ход уже знаешь, так что. Пять ходов между обвинением и обвинением. Для Золотого века. А для Золотого века нет. И для войны за ГГшку тоже один ход. Подожди, а что с ГГшкой? Ну, когда на твою ГГшку сюзеренскую нападает, ты можешь обвинить и на следующий ход объявить войну. Получишь пуст национализма в начале игры, это можно сделать почти всегда. А что за война? Ну, война, как она там. Освободить или что-то? Да, да. За война за протекторат, да. По-моему, так. Протекторат, да. Ну, сейчас объявляю. Да, получил ускорение. И получил войну в Шотландии. Что? Ощущение, что люди отходят куда-то, не играют, да? Потом возвращаются и удивляются чему-то. Сейчас, извините, мне надо паузу на минутку. Нет, Грей, за что? Ну, мы же выяснили, что можно получить буст национализм. Что? А я тут ничего. Так совпали звезды. Блин, не, ты уже походил своими фрегатами, да? Да, кажется, но не всеми. Теперь так неудобно стоишь из-за зоны контроля. Так мы мир не можем заключить на этот ход, да? Не можем. 8. Зачем вам это нужно вообще? Кто-нибудь может там это рассказать, что там происходит? Вообще, зачем вам война? Ну я шотландцу объявил войну Золотого века. Он в союзе это с немцами. Ну, а что? Ну, ты объявил с целью воевать или национализм. Объявил с целью объявить? Национализм. Все, господи, куда-то там археологами этими забрался, куда-то в ледники уже просто. Да блин, проблема в том, что я не вижу. Я как дебил пошел наверх. Правил. Мне сказали, что там второй тест земли, а нигде нету ничего такого. Столько уже просрала, мог уже у тебя скопать давно. Три этих штукенца. Илюха, я... Что, воевать со Стокгольмом или чёрт с ним? Да, захватывай. Жалко, конечно, но... У меня там 10 послов сидит. Жалко, птичка. Ну это, во-первых, уберем науку у Конга, хотя это не самое важное. Тут важнее, что он очки великих людей поменьше начнет получать. Да ему уже, в принципе, все равно, я думаю. Он сейчас компьютер откроет, там будет сколько. Туризм. Нет. А тут до компьютеров, ну, мы не знаю, хода 3 осталось. 500, да нет, там реально сейчас полетит просто. Тут надо было шотландцу... А, шотландец, кстати, что-то делает, между прочим. 46 уже. Шотландец делает. Не, ну, что-то она самой будет... И самое главное, собственно, чтобы шотландец объявил войну Конго. Это-да. Это почти... Хотя не, он же не торгует с ним, я думаю, так что...
особой разницы нет. Не, союз влияет. А, ну если он в союзе, то он, да, конечно. Блин, мы с тобой не в союзе до сих пор, Грей. Надо союз же, ну. Ну, предложи. Тут карточку надо будет взять на союзы потом. Немец, так ты нападаешь или нет? Куда? На Стокгольм. Да, ну не одним фрегатом, я сейчас доплыву на следующий. Давай, помогай. Сейчас я немножко не успеваю. У меня один фрегат вперед вырвался. Блин, он еще так защищен на самом деле с воды. Хрен его нормально напасть на него. Ну у него нормальная армия, здесь сейчас будет морская баталия приличная. Вместе навалим. Так вы вместе объявляете войну, а не по очереди. Он одного убьет, потом второго убьет. Нет, так я объявил. Все говорят, когда у нас закончится давай. Союз, он сам сможет объявлять на войну, если же это шли. А, то есть, ну да, в Стокгольм до конца союза никого не пересадил, никого корпуса не посадил. А немец реально хочет себе ангарват? Ну он пытается. Ну я не знаю, нафига немцу ангарват? Прохладная история. Я думаю, если там Виктора закинуть, то... Ну да, будет тогда. У меня был такой. Минус 16, все тогда все нормально. Да, почему это там не минус 16, там бешеный почему-то. Кидал Виктор, когда у меня был минус 20 вот этого Харли. Ла-ла-ла. У меня так, потом стало минус 3. Губернатор дает ровно 8. Гарнизон мрамор, около все. Того, что нет, ты получаешь. Ровно 8. Нет. Это да. Цифры, которые там написаны, это. Так же, как и с крестовым походом раньше было. Ну, ладно. Я особо не отслеживал, поэтому... А, я войну объявил. Нет, конечно, возможно, еще это за счет городов рядом и этого. Ну, больше дает лояльность. Но я когда всегда захватываю город, типа там минус 15. Грек торговля там. Да, Виктора и так минус 5. Я тебе кинул. Ну ты юнит спасибо. Оставляешь в этом городе, если ты юнит оставляешь, то это ты не просто Виктора не, кидаешь, будешь гарнизон. Бью войну, конечно. За юнит я знаю, я обычно не оставляю. Чей офигительный никогда. Минус по... К счастью, попал пока. Сколько бы уменьшение? 9. Ставить тут. Из-за того, что очень низкая лояльность, я думаю, что оно восстановится, оно повышается, видите, вернется, и нормальные будут города. Кто-то сейчас умрет, кто-то сейчас умрет. Да, Грек? С какой радостью не боюсь. Ну, так третьего уровня всегда рада. Кровожадный ублюдок. Построил подводную лодку Мбанзакуна. Построил.
Да, отмороженные, я же говорю напрочь. Да ладно! Ты офигеть! Ах, Олецкий, ты непростой. Грег, давай двигайся из прохода, никуда не пропустит за тебя. Вот, вот так хорошо. Блин, это первый раз, когда вот эта вот хрень пригодилась, мне кажется. Да. Что там произошло? Да я отъел обратно свои клетки. Так как у меня, я взял инженера этого дебильного на производство, на район, который отъедает клетки. А, слушай, ну да. По-моему, впервые. Че, за столько времени первый раз я вижу, чтобы нормально сработало. Ну, затаил я на тебя. Я так и понял. Нельзя так делать в играх. Хотя бы спросить. Ты же специально хотел, ты не тихонько. Купил, ну, я тебе больше скажу, у меня был план таков. Пойти на Хмера и умереть от тебя. Ну, потом, как после того. Зачем? Мне было лень играть. А я потом так посмотрел. Зачем тогда в игру идти, если лень играть? Не, ну я же сейчас играю и выигрываю. Выигрываешь? Нашел вдохновение. Да, ну в игру-то он шел, ему было лень. Шел нормально. Не, я просто, знаешь, когда увидел вот эти места все, я расстроился очень сильно. Тебе больше скажу, если бы вот не верфи и этот, как это называется, археологический музей со скульптурами, то это было бы все плохо. Потом понял просто, что и сделал. Да нет, если бы не Занзибар со Стокгольмом, которые сразу твои были. Вот, ты, вот с ними тебе офигенно повезло вначале. Дальше-то ты в любом случае мог все это строить. Ну вот куда здесь отводить войска, если здесь сплошные просто галевки подобные. Да. Так там хрен прорвешься сверху. Да, тут вообще все плохо. Сюда нужно напрудить было армии нашей. Пока когда закончится контракт, просто сразу, ну, союз резко атаковать. А здесь как-то куда-то все уплыли, здесь было так много греческих кораблей, куда они все делись. Куда потопили? Они пошли в мир иной. А, то есть грек, понятно, грек союз получилось. Закончился союз раньше, чем наш. У меня не было союза. Ага, вот так даже. Мы просто сказали, атакуем Стокгольм. Я и атаковал. Уже туда приплыл. А еще мы сказали, да, давайте вместе быть. Давайте вместе атаковать. Да, давайте. Алексей, вы где? У меня еще... Я, по-моему, каждый ход уже говорю, сколько ходов. 4 хода еще, союз с Конго. А что вам эти все союзы давали? Мне культуру давало. Культуру, да. Сколько там культуры было? Я представляю, знаете, такой человечек, который смотрит налево-вправо, и так руку ставит, такой, где? Где? Где Халецкий? Короче, мы не успеваем Стокгольм захватить, потому что нечем его захватить, потому что все каравеллы потопили. Well done. Это не я виноват. Кто заключал союз? Не, о том, что... Когда я заключал союз, еще было неизвестно, что этот человек, он туристический агрессор. О том, что с Конго будут проблемы, я говорил на следующий ход после того, как на меня напали. Как раз именно об этом все. В итоге я потерял много времени и не могу сейчас нормально ничего сделать. Не успеваю просто. Кейс сломал.
Ну, туристы, кстати, не увеличиваются у Конга. Это победа. По-моему, ход просто не загрузился, еще как-то об этом. Ну, я смотрел в прошлом, ну, 20 стало, хорошо, 20-48. Ну, в прошлом было 18. И это все еще без компьютера. Он решил в компьютеры не выходить? Да нет, точно и нет. Странно. Ну, может, ход ему еще остался. Не, я честно говорю. Кхмер грабит библиотеки в собственном городе. Мне больше всего интересно, а где ты цифру тогда взял? 15 ходов, там, 10 ходов. В тот момент, когда ты сказал, что 15-10 ходов, мне надо было 20. Слушай, я просто свою науку посмотрел, но у меня меньше было. Вот именно. Я для... поэтому к тебе вот такой вопрос. Я просто посчитал суммарно ходы. Я тоже посчитал. Я, не знаю тогда как. Но я, в принципе, на один ход не доучил подлодки. Ну, то есть я посчитал одну, ну, две техи. Просто у меня было сильно меньше науки. Техи, а ты в курсе, что надо еще выйти в научную теорию, авиацию, радио? А, во, понял. Их-то я и не посчитал. Ну да. Тогда да. А, ну да, слушай, чё ты, Грейнос? Все не так плохо, ребята, навалимся, только не теряйте юниты. Я тоже хотел спросить, почему компьютеры идут сразу с сплошняком насквозь, ну как-то постеснялся. Не, ну ему-то понятно, почему он туда идёт. Ну это ходов 10 еще плюс. Ну это не 3 хода, и не 10, мне кажется, побольше. Если вам покажется, это хорошо. Нет, больше. Даже мне вот сейчас уже там меньше 10 ходов. Да, и мне даже меньше с этими 10 техами. Теперь посмотрите, сколько у него науки, сколько у нас науки. 263 науки. Да там можно даже посчитать просто. Ты возьми 263 науки, да? Вот возьмем авиацию, радио, будем считать, что они у него не ускорены, предположим. Компьютеры 948, или там количество науки тоже немножко от чего-то зависит, или не меняется? По-моему, не должно меняться. 684, 750, это 1300, 1400, 2000, примерно 2500 науки надо. У него науки 263, то есть меньше 10 ходов даже без ускорений. Человеку надо меньше 10 ходов на эти 3 техи. На меня опять в голове этот ход уже второй раз идет. Нифига тут стены. О, оказывается, с шумером союза тоже быстрее качаются. У шумера в союзе другая фигня, классно. Нет, понятно, качается не тоже быстрее. Да, но мы вот на турнире тоже играли с шумером. И вот эта вот шумерская фигня, когда ты в союзах получаешь опыт, ну, разделяется, он это просто так мешает. Я сидел просто вот всю игру там в обороне, и у меня просто рыцарь там в третьем уровне. Лучник в третьем уровне. Да. Так, тут надо в пушки выходить. Кто знает, сколько всего там скульпторов в игре? А то я вот забрал Микеланджи, Донателло, и все, больше никого нет, что-то. А, Грей, там, ты специалист? Нет, не считал никогда.
Ну а примерно там потом есть еще. Они точнее. Ну, что-то там есть, по-моему. Сон уже промышленной эры идет. Я до сих пор не вижу. Хотя уже забралось как-то. Троих. Ладно, посмотрим после этого. Это такой, конечно, вот в самом начале игры мне очень помог. Я пока напал на это, на Хмера, я построил театралку, воткнул карточку и просто мне бац, эти книжечки. Ну и Занзибар как бы тоже. Ну, две офигительные ГГшки сразу. Стокгольм и Занзибар. Потом еще и Вавилон был какой-то. Я его долго не видел. Очень долгое время не видел. Кыш. Ну что, я видел три фрегата в корпусах. То есть во флотах и две субмарины возле Стокгольма справа с адмирала. То есть ты немного видел всего, да? 5 юнитов, да. 5 юнитов. А 5 юнитов в национализме вот это для тебя немного? Не, ну фрегатами вы там убьетесь, вам лодки нужны. Мой флот отчаянно пытается покинуть конголезские границы. О, подожди! Хорошо! Я думаю, сейчас надо всем... Сколько там? 3 хода вам осталось, да? Мне остался 1. Ну, я уже в подлодках, у меня подлодок куча. Мы будем болеть за тебя, Лес. Сколько ходов тебе? Сколько? 3? Мне сейчас либо 3, либо 2 сейчас гляну. 2. Я сейчас не хочу разочаровывать, но там будет потом еще 0 ходов показываться. Это да. Мы не разочарованы. Я один ход убью. А я еще не вышел в ходовой лодке. Но через 2 хода выйду. Нет, так сколько ходов-то в итоге? У меня через 2 хода заканчивается. У меня пишет 2 хода. Да, то есть это 3 будет. 3 хода, значит. Ладно, это я пока еще построю немножко. Не, может быть, пока я уезжал, пофиксили? Не, по-моему, там есть другой ход. Да, есть. Ну, я точно в глазах знаю, это было у меня и запись там. Но вопрос в том, что вот какой-то патч выходит. Блин, Ереван камень не обработал чего-то. Блин, я еще не взял опять на производство от союза. От... Я смотрю, тоже халявский тут немного ты. Потупил с кампуса. Где? Ну, в Каменка, Днепровская. Там нужно было кампус на +3, вот левее селитр поставить. Либо в Покровке. Покровки нормально у тебя. Так у меня тут на +3 вроде кампус. На +2. Гора и джунгли. Поставишь район, правильно. Дальше, как будет у тебя. И еще у тебя кампуса нету одного в Север Бразерс. Да. Чего нет, того нет. Тоже там можно на +3. Так, прямо сейчас можно на +3 там поставить. Между 2 гор. Еще район. Ферма давно не нужна. Это, наверное, развлекательный комплекс тут сделаем.
что там Грей, вот Грей. Ну, у тебя колизин на 5 городов получается, да? Гавань-то почему-то в Сипаре так поставлен. В смысле, что-то непонятно. Ты мог поставить между двумя центрами на плюс 2, золота имел бы больше. Конечно, ты мат. Не факт, что у тебя просто карточка стоит на это. Не, ну сейчас-то стоит. Покупать вначале сколько так, там? А грек, шотландец и немец как между собой воевали? Грек и немец напали на шотландца или как это было? Не, немец и шотландец напали на меня под предлогом освобождения Иерусалима. Что значит под предлогом? Мы пытались освободить эту землю, никаких предлогов не было. Так не освободить. Ну, даже праведников иногда ждут неудачи. Пошли губернаторов убирать. Долго твои каперы будут плыть? Нет, друзья, а где мы собираемся, чтобы начать массированную атаку на Конго? Около Торонто. Там очень узкий пролив, там все не пролезут. Ну, а мне больше негде. Просто. А мне тоже больше негде, да. Со стороны Стокгольма там вообще две клетки по-другому. Там. Думаю, вам стоит подождать еще пару ходов. Ты разве успеешь так? Ты капер вон будет только по сагатах, он и не тебя, все в сад. Ты там стрим выключ, забыл выключить. Я палил там все. Все, раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Ну, Грей, давай реакцию. Зачем? Типа как ты это видишь? Не. Ну вообще, да, мне дольше туда путь. Не знаю, за два хода я не спи. Кому-то нефть нужна? Мне нет. Ну так, тот в линкорах. Линкоры бы пригодились. Кто в линкорах? Ну, кто нефть там предлагает? Нет, просто ученого взял. Ученого просто, взял, да.
У меня много нефти. А, небо, да, да, нефть. Толку-то. Ты плохой, ты мои корабли топил. Я не дам. А ты хотел мою гвешку жечь? Не мою, это не твоя гвешка. Че? Там 7 человек туда засылали. Было коллективное решение. ГГшка общественная. Так. Свободный моя город. Моя ГГшка, и я ее это... Буду мучить. Можно только на холмах рядом с горой, блин. Шотландец, а тебе же там совсем близенько. Тебе 2 хода. Самого последнего города, не, хода 3. Тут есть чудесный Занзибар. Так, Халецкий, признавайся, как у тебя это... Пока он будет перебрасывать свои войска к Занзибару, там ребята справятся с Гульмом. Сколько у тебя больше всего пронки болит? 13. Вы не ври. Это обидно было, конечно. Ну ладно. 15. 55, что ли? 45. Да, да, 45. Ты прав. Или между 45 и 55. У меня вообще 19, вам везет. Вообще, у меня 10. 71. Вот это самый, конечно, производственный город. Чертомлык. Самый офигительный. Внезапно оказалось, что у подлодок меньше передвижений, чем у каперов. Тогда лучше этих пока не апать. Покровки. Надо купить электростанцию. А когда и почему Шумер объявил мне войну? Потому что ты в союзе был. Окей. Трус. Сбежал. Шпион. Надо будет и в тюрьме посидеть. Блин, вот эти 2 холма уж важными будет. 8 промки, ну ё-моё. Да-да, наслаждайся. Я там бананы похерил с джунглями, то есть не вырубил нифига. Просто бахнул туда район специально ради этого. А где культурная ГГшка? Может кто-нибудь метку поставить? А кому поставить? Шумеру, Грейник. Так, и Савитар. Савитар вообще стал головой.
Вот подвисает, когда ставят метки. Постоянно это происходит. А, нет, не бей. Этими надо возвращаться, потому что я не могу ничего сделать. Я поставил метку, видно? Угу, да. Семь, ставь мне. Ну, я примерно понял, где оно. Слишком далеко. Так, вот это у нас... Метки почему-то не уследил за этим. Зачем? За универом. За каким универом? Ученым на универе. Я купил его. Здорово. Грей, предложение. Благодаря гениальной постановке каравелла от Алексея я не могу строить. Вот. Блин, слушай, мое... Виноват. А почему он не строит флот тогда? А я потому что мы в войне. Я не, ну это понятно, но я ж не грабил, ничего не делал. Все равно он пишет, что клетка захвачена врагом. Ну все, я отошел. Так, я объявил войну Конго. Ты же видишь, Лёш, где мой юнит? Как-нибудь скоординирует. Нет, я не вижу, где твой юнит. У нас что, общая видимость? Да, у нас же союз есть. Поищи, найдешь. Один не улавливает связи между союзом? Нет, я все равно что-то не вижу, Крей. Ну, если я тебе точно скажу, ну, то я понимаю. Не совсем правильно. Посмотри. Так, метку поставь мне. Ну, давай, может, это поможет, мне кажется, тут. Если сюда взглянуть, вот я поставил, то и так видно. Ща, у меня подвисло все. Ну, мне. Я метку вижу, но я не вижу там никаких юнитов. У нас нет общей видимости. Не, ну, нас... ну я-то вижу все твои юниты. А, все, понял. Эти не видно. Юниты, которые под водой. Понял, да. Так, ну что, пора выдвигаться в сторону... Ну, в общем, вот, как бы надо примерно одновременно нам попасть. Я как бы... Куда попасть? Ты понимаешь, у нас в разных концах... Нет, понятно, напасть, напасть. Ну, мы будем нападать сверху. Ну ладно. И по идее ты можешь сейчас выдвигаться, и по идее как раз одновременно и получится. Понятно, что я могу. Я вот как раз чтобы там как-то рассчитали.
Кхмеры объявляют войну Шотландии? Ну нахер Кхмер, это все. Да, так и сложно. Я закинем туда всех послов, всех послов. Пешками в войне. Так, надо бы мне еще для фрегатов настроить. У меня все фрегаты. Раз, два, три, четыре, пять. Хотя стой, я твои юниты вижу. 9. Ну здорово, а я твои нет. Странно это все. Парень в компьютерах. Какой? Да есть у нас один. Неожиданно. А что это за... Он же считается по-другому. Что считается по-другому? Ну, у меня тут костромскую... Короче, армия фрегатов просто сваншотилась этим городом. Он там по-другому должен был разобраться. Ну это, конечно, какое-то самоубийство, ехать с ним на эти подводные лодки его. Вы же все же вышли в подводные лодки уже. Да, но я еще не успеваю их построить. Я в науке был почти самый аутсайдер. Блин, надо сначала каперы строить, а подводные лодки апать. Да, только меркантилизма у меня тоже не было, потому что по культуре у меня было вообще все плохо. Есть шотландец еще. А я каперов не построил и вышел под водные лодки, затупил. Ты не поверишь, но я так же сделал. Да, я это видел. Я так матерился. Это было больно и обидно. О, расплата за предательство. Против меня, да? Всем миром. Парни, давайте это попилим. Справишь, не а добить этот кхмерский город нечем? Так там туристы бы отправились. Шотландец, предложение. Немец, предложение. А что, какой город отбить надо? Добить кхмера, просто добить кхмера целиком. Ну, у него просто города на суше. Да, я вижу. Немец, захвати Махендра Парвату и уничтожь его. А мы мирный договор подписали недавно. А, нет, уже давно. Каждый объявляет мне войну. Чё вы за люди? Расскажи, кто будет обращаться. Ты фашизм-то принял? Самый лучший клан. Он дает, между прочим, боевую мощь. Там 7 юнитов. Ну,
Не, я просто когда последний раз выиграл за Конго культуры, я в фашизме это делал, воюю со всем миром. Так, Грей, культурный... Я знаю, что ты много раз культурно выиграл, ну-ка расскажи мне про эти. А, про вот эти какие-то, называется, про художников. Как их тут стакать? Ты разберешься. Половина туризма есть. Эвгади. Ну я там что-то сидится, да? Ну туризм заход 600 копейки. Это копейки. Просто у нас совсем нет. Просто отсутствует. Ну я пытался, но я 115 больше не знаю. Ну у меня 150, уже я сейчас больше сделаю, 150. Ну вот пока ты все равно впереди. По внутренней. Блин, как это работает? Так, я каперы все апнул. Каравеллы еще есть. Каперы, вот еще капер. И каравеллу надо, где тут? Так, ну что, я не пойму, плыть в сторону Конго или еще сейчас ждем кого-то? Это кто-то, немец? Да. Ну ты видишь, я уже плыву. Окей. Шумер тоже плывет, я не знаю, остальные, что ты там скажешь, они так ничего не могут. Нет, я объявил войну и плыву тут. Сейчас буду броненосец пытаться. А где там каравелла это? Бить броненосец? Слушайте, на самом деле, ему сейчас в ВПЛ выйти, там буквально 5 ходов. Грей, вот почему ты постоянно... То есть вот только про него говоришь, да, хорошее. Почему ты не говоришь, что нам надо делать хорошее? Ой, он там вот ему еще да. Вот там чуть-чуть осталось. Ну просто я, ну, часто так играю. Просто ты пессимист. Ну, что, вот и все. Оптимизм так. Мир, сиди до конца, мы с тобой обратим этот мир. Мы сделаем их вежливыми, религиозными. Будешь как это, как Украина. Продолжение запланировано на завтра, а на этом пока все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!